Так, ну что ж, здорово, погнали. Финал, финал, я так думаю. Братья, я их слышу. Не доверяй своим чувствам. Лорд Калгар бросил тебя гнить в карауле смерти на целый век, брат Тит. Трус! Хватит прятаться за иллюзиями! Пусть ненависть станет вашим щитом, братья. Я чую страх. Мочиться в твой череп! Заебал своими шарами. Отпусти его, и мы даруем тебе быструю и легкую смерть. Отпустить? Вы же так старались привести его ко мне. Довольно, Игор. Заткнем еретика. Последний танец, а потом нити оборвутся. Сдохни тоже, блядь. Да, блядь. Братья, твои жалкие товарищи больше нет. Ложь, тебе не одолеть их в бою, еретик, потому не лжешь. Это ж приятная компания, ебанутые.
Ладно, пока. Аптечки использовать не будем. Окружены. Убьем как можно больше врагов, братья! Это лишь имитация. Новые фокусы. Будьте начеку. И Мурах слабеет. Последние схватки он выдохся. Держитесь рядом. Надо найти выход. Там что-то происходит. Берегитесь. У него повсюду есть глаза. Самозванца! Правила не должны становиться клеткой для интеллекта. Это ты, Тит. Рад тебя видеть. Его колдовская сила пошатнулась. Он уязвим. Смотрите, как его царство слабеет вместе с ним. У него осталось лишь одно укрытие. Выкурим еретика оттуда. Вижу его! Находится в потоке энергии! Он готовит очередную атаку! Артефакт там. Должен быть там. В этом осколке заключена почти бесконечная сила. Мы должны поспешить, братья. Глупые марсиане. В их руках было совершенство, но не растратили его на пустяки. Струится во мне нарастающим потоком откровений. Ты сука. Ты заебал, а чё я-то? Ох,
Встань, сын Желимана. Брат, битва окончена. Ты справился. Брат! Вставай, Тит. Твой долг еще не исполнен. За императора! За императора! Кончай ты, блядь, виснуть. Лейтенант Диметрий Тит, твои решительные действия спасли эту систему. И я с гордостью вручаю награду, достойную подобного подвига. Дмитрий, что ли? Лавровый венок. Пусть каждый воин Адептус Астартес видит, что перед ним образцовый сын Желимана. Во славу Ультрамара! Отвага и честь! Рота, вольно! Прости, что твое возвращение домой затянулось. Милорд, это... Я разгневался, когда узнал о твоем аресте. В своем высокомерии Инквизиция не сумела понять истину. Никакому злу не сломить преданности, подобной твоей. Спасибо, милорд. Есть миссия. На время тебе придется покинуть вторую роту. Как прикажете, магистр. Брат Капеллан все объяснит. Это он предложил тебя. Милорд, меч Калта готов к вылету. Спасибо, капитан. Мой корабль доставит тебя. Буду рад твоему обществу. Тит, это была честь для меня. И для меня, мой капитан. Слышал, ты нас покидаешь. Ненадолго, надеюсь. Храни тебя, император. И вас, сэр. Меня ждет новая миссия. Тебя будет не хватать. Я не забуду кровь, пролитую вместе. И мы тоже. Я у вас в долгу. Вы возродили мою веру в братство. Мы будем ждать тебя. Отвага и честь. Отвага и честь. И честь. Тит, лорд Калгар сообщил о твоем задании. Хорошо. Детали расскажу в пути. Ты летишь с нами? Да. Принято, милорд. Ты хорошо поработал. Заслужил доверие своих братьев и магистра ордена. Но знай, Тит, тень подозрения не пропадет бесследно. Я буду за тобой следить
Если ты хоть на миг сойдешь с истинного пути, я не проявлю пощады. Это тот, кто нас сдал. Леандрос. Милорд, пора. Сука, вот он, блядь. Тварь, нахуй. Ну пиздец, вот такой вот был конец. Ну вот один ответ я получил с вопрос. Где этот? Где команда делаешь? Вот этот пиздюк. Леандрос, блядь. Ну, все идет как бы к третьей части. Ну не знаю, когда они сделают, еще через 10 лет. Так, ну я думаю, это можно пропускать. Здесь ничего интересного. Так, продолжайте сражаться. Угу. Ну и все, типа. Обычная игра пройдена. На этом весь конец. Пять операций. Оказалось так много. Ну это коопные операции. Опять же, для коопа. Личная война. PvP. А, типа сложность медь. Ладно, все, на этом все. Такая вот игруха. Вроде как неплохая, но, блин. Мне, во-первых, не понравился цвета хаоса, слишком цветастый, в глазах аж заребит все. Вот. А так, немножко затяжная. То есть, ее можно было сделать даже покороче. В плане миссии. Так что, как-то так. Ну, в принципе, неплохо. Но покупать лицензию я пока не собираюсь. Как будет скидка охрененная, тогда и можно будет ее купить, чтобы с друганом побегать. А так, среднее. Буконг мне больше пока нравится. Ну, как бы она и продавалась неплохо. То есть, как игра, это обычный такой вот этот шутан. Неплохая. Но, опять же, слишком ее затянули. Если бы ее сделали покороче, побольше оружия, как даже вот в первой части, там, блядь, был даже ебаный топор. Ну, я не знаю, не помню уже, что там еще было. Но там как-то мне было поинтереснее находиться. И орков кромсать было тоже мне поинтереснее, чем... вот этих слизняков. Ладно, все, счастливо. А я спать.